опережением графика и с соблюдением всех требований. Какими темпами идет строительство детского сада в микрорайоне имени Ныгина, проверил глава муниципалитета. На стройплощадке более 50 человек. Работает строительный кран. Подрядчики показывают главе Сергею Никитенко и депутату городского совета Елене Тимохович, какими темпами проходит возведение объекта. Каменные работы, думаю, в середине следующей недели 100% уже будет сделано, все три этажа. По кровле мы начали уже работать, разуклонку делать. Вентиляцию мы начинаем, привоз материалов прямо с понедельника. Монолитные работы завершены на 100%. Сейчас мы производим каменные работы, начали штукатурные работы. Сегодня начали подготовку кровельных работ. До 27 числа окна будет стоять 100%, все три этажа. Три этажа, пищеблок, кабинеты для занятий, панорамный актовый зал с 7-метровыми потолками и прозрачной стеной. Детский сад в микрорайоне имени Ныгина – первое дошкольное учреждение в Серпухове, при возведении которого применяют новые строительные технологии. Наверху второй этаж чистый, электрик сейчас работает. Чистый, имеете в виду, уже поштукатуренный? Кирпичный, все готово. Электрики работают. Разводочки сделаете, да? Да. Тот темп, который здесь задан, с опережением, чтобы он так и шел. Несмотря на то, что здесь 51 человек работает, это хорошо, что единицы техники молодцы, как сказать. 20 мая мы сюда приезжаем сегодня. Благоустройство мы начнем, уже вертикально, планировка благоустройства. В начале мая. Строительство детского сада в микрорайоне имени Ныгина на 250 мест проводится в рамках президентского проекта «Демография».